Ребят, всем привет! Мы из Украины. В общем, сегодня хороший день. Мы сейчас едем забирать коляску для нашего малыша. Пришла коляска на новую почту. В общем, сейчас едем смотреть и вам обязательно ее покажем. Ника снимает на свой iPhone. Не знаю, как качество. Оцените. Посмотрим. Должно быть хорошее качество. У тебя же 11-й. Да. Ну, оно то же самое будет практически что в 12-м, в 13-м, там разница. Ну, теперь, когда ты меня настроил, то должно быть. Да, я тебе поставил 4K. А я, оказывается, почти год... И не знала. Снимала на Тетрис. Да, и у нее, короче, какой-то вообще не телефон. А что ж ты мне не сказал? А я откуда я знал? В общем, сейчас едем по коляску мечты Ники. Она всю жизнь мечтала белую коляску. В общем, нашли, покажем. Правда, она в нескольких коробках, там, разложенная по коробкам, скорее всего. Ну, в общем, сейчас увидим, как оно все будет. Либо дома ее будем собирать, либо сейчас посмотрим. Все, наконец-то приехали. Вот наша новая почта. Это первое отделение. У вас сколько отделений в городе? Три. Ну, ну, хераси. А у вас? Окей, у нас 6, по-моему. Ого. Да. Так, все, пошли. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Ответственный момент. Да, надо посмотреть, что там пришло. Мне? Ну да, ты будешь снимать? Как ты, да, сейчас покупать? Посмотрим, что оно там будет вообще. Может, мы с тобой дома распакуем? Да ну, надо же посмотреть тут. Блин, такой цвет классный. Я тебе говорю. Вообще бомбовый цвет. Может, на дома распаковать? Надо посмотреть. Давай, давай дома распакуем. Покажи цвет. Так классный. Белый. Ты посмотри, какой белый-белый. Давай распакуем. Потом просто посмотрим. Ну, просто открой ради интереса. Именно пакет открою, чтобы цвет понять какой. Ну, блин, не рвать придется. Там, там ножницы. Жень, а ножницы стоят. Сейчас, сейчас, сейчас. Лежат. Блин, стоят. Ну, можно дома открыть. Ну, такой, видишь, какой белый. Белый-белый цвет. Красиво. Смотрите, какая белая. Какая она классная. Да, все есть. Да? Класс. Вот это может посмотреть. Мы уже будем дома смотреть. Блин, ну, блин, прикольно. Что, просто надрезан? Состояние, да? Ну все, дома покажем, да? Да. Да, сейчас мы будем. Пока. Будем прыгать. Ох, ребята, клетные. Да, красивые. Класс. Пошли? Да. Ну, мы сейчас его так и вывезем, наверное. Не прямо белый не цвет. Прямо белого, да. Но все равно а красиво. Я тебе говорил, что ты чисто вот такого прям белого-белого, как ты хочешь, ты не найдешь. А это из-за того, что это кожа. Если бы это была ткань, она бы, возможно, была белее. А так, за счет того, что это кожа, она... Ну, красивый цвет все равно. Да, цвет очень красивый. Это вообще номер. Ребят, мы тоже взяли, в общем, коляску. И при том, что она на кассе говорила о том, что вот это, походу, новая, летняя. Ну, да, в общем, мы взяли бэушную коляску, не брали новую коляску. Тут нам нечего стесняться перед вами, ну, это, в принципе, это нормально. Но она в идеальном состоянии, даже девочка на кассе на новую почти сказала, так она новая это, вообще. Она даже удивилась, что это... Говорит, ей, наверное, никто не пользовался. Новая. Зимняя, вообще новая, сказали, ей не пользовались, представляете? А вот эта летняя пользовалась, но она очень крутая. Очень классно. Офигенно, да? Да? Вообще кайф. Ты прикинь, как малышу будет здесь классно. То ты можешь уже спускать ее, поняла? Потихоньку. Я боюсь. А? Она нормально тут стоит? Ну да. Ну я ее так поставил, ты сильно просто не это. Не раскатывайся. Ой! Аккуратно, аккуратно. Все, я уже мамаша. Все, потихоньку, поняла? Стоит. Короче, спускать. Ой. Потихонечку. О, так вот будешь и возить малого. Класс, вообще. Скажи, круто. Саначе прямо на моя, я тебе честно скажу. Да? Она вроде, ну, прям для меня собрана. Я тебе говорю, она офигенная. А как она вообще с выйду сдалека? Красиво, я тебе говорю, если мы еще повытираем, помоем. Ника, я тебе говорю, она будет блестеть, как этот. Вот. Смотри, сейчас упадет. Красиво, пипец.
Я тебе говорю, ее натереть, да ты шо? Непробиваемые колеса. Блин, она реально, она в отличном состоянии. Она, наверное, вот так ставится. А, о, да, отлично. И не двигается. Офигеть, да? Да, классно. Красиво. Красиво, пипец. Так, сейчас я заберу этот бокс. Виталий Евгеньевич. Привет. Привет, братан. Еще. А, я тебя сегодня... А, видели? Да? Да. Я не помню. Смотри, какая. Огонь? Еле склали только сейчас что, ее пробовали. Сейчас ты кроватку побачишь. Да. А сегодня... я фотки я показывал чуть... тебе, я, да. Я чуть не тебе я показывал. А, точно, да. 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 Ставь я косметику. Давай, да и тут прям просто... Все ложи. Равно, да. Ставь, да, тебе нравится. Да. Огонь? Огонь. Ставь сюда, Витальевичук, сюда. Ставь. Как тебе кровать? Пипец? Я не влезу. А я нет, пыталась ты... сюда. Ты хотела туда залезть. Класс. Классно? Да, вообще класс. Нам дуже, дуже прикольно. И состояние, Вета, ну нормально. Ну не новое, ну видно бушное, но все равно так, состояние. Так, вона недорога. Вона, це при тому, що з матрасиком, сразу з подушечки. Віталій, чи ти голодний? Ні. Давай тобі м'ясо приготувала в духовці. Хочеш? Там ми чаю поп'ємо. О, ну дивись, якраз поставлю. Смотри, Ніка, подожди секунду, все, подивись. Ага. Ти посмотри, там пофігу. Та зараз вийдемо. Я... Та тому, що я хочу Віталіка накормити. Давай, зараз розпакуємо. Смотри, так сумка вообще мулить. Мені подобається, що вона без наклеїв. Тут же обична наклейка, вона така. Чикс-чикс. Так. Це накидка від москітка. Це дождівки. Мочку. Це на сумочку, так, наверное. Смотри, під стаканчик який. Стаканчик, я буду пить кофе. Я буду пить кофе. Це для молока. Для... Ні, туди можна що хочеш. І стакан кофе, от лати ставить большой. Як в машині, понял, це під стаканчик? Это москитка. Пилить, перчатки. За перчатки зимой. Греть лапы. Ну вообще да, она летом есть. Только летняя. Греть лапы. Греть лапы. Боже, какие классные. Ты посмотри. Да. Ты бачив, как оно выглядит, кроватка и коляска. Просто, все. Просто. И все. Огонь. Скажи, охеренно? С амортизаторами. Да, со всем. Женя, и ты... коляса эти гелевые. Дивись, як да. Підходить кроватка. Віталік, тобі так іде? Так, да, тобі йде, реально. Тобі, мабуть, пора дітей задуматися, я тебе говорю. Тобі дуже навіть... Да, тобі реально йде. У вас ну, якраз красив... такий вузрі, що вам ще по одному можна, кстати, лупануть. А це що, тормоза? Да, да. Тормоза. Ого. Удобно, так? Да? Дуже скажи, удобно. Вас... Ні, там краще її просто нажимаєш. Дивись, алло. Дивись, як... Ой, Боже, чому б я це ще так радувалась? Клас? Ох, я довольна. Очень. Я ще от кроватки не отошла, дивись. На подстаканник вешать. Просто. А це? Десь він ну, тут вешається, отак, по-моєму. Ні. Ну як-то він вешає. А, вот сюди. Или ні? Не сламай да. Мені! Все. Во! Ой. І перчатки на возьми. Ой, Боже. Вона ж повинна... Типа, вона одинаково все робить? Та ти що? Щас. А, ну да. Щас, підожди. Все. Ты прикинь, а? Смотри, легко. Вообще двухсторонка, короче, Ника. На. О, Боже, так мне нравится еще больше. Скажи. Я хочу еще одну коляску. Скажи красиво. Класс, да? Это супер. И нет, под кровать вообще, блядь, подходит. Ладно, Ник, под ты тут собирайся. Дай Виталий что-то вкусное. Не, ну и чай попью. Давайте я, да, я сейчас вам приготовлю. Нет, ты сделай бутик. Витальчик. Ух ты красота. Жека, а? Вы Виталику имя придумали? Еще не. Мы придумали это. Виталий Евгеньевич звучит хорошо. Не, ну кстати, Виталий тоже красивое имя. Слушай, куда ну, салфетку? Давай, давай, я выберу. В карман. Так, приятного аппетита. Приятного аппетита. Блин, то да, вот она нам... Она так всегда какие-то делает, понял? Какие-то там по чуть-чуть того наложит. Золушка, короче. А что, это пацаны нужны? А, так открыто положение. Это как раз... А, все, это мясо, все, я понял. Под кетчуп. Да, да. Не знаю, что короче, за какой-то попал. Тут оно нормально, что я... Я сейчас чувствую, что мы еще и чай не поедем пить потом. Да, наверное, уже никто никуда не поедет. Да я тоже так думаю. Пропуляли. Смысл. Хиба, что пройдем пешки и машину поставим. Посплетничали. Давай я тебе сейчас так поджопник, и ты такая падаешь. Вреди какой контент. Да ну надо, мне надо романтично. Романтично?
Она перепила алкоголя, в общем, безалкогольно. Все, Ника пошла плавать. Я хочу в Титаник, вот так. Да ты аккуратней, потому что сейчас свой Титаник, блин, закончится. Рыба, Женя! Где? Я в шоке, она так прям не рукой можно взять, диви. Да, есть. Да. И дивись, якась така необычна. О, це якась... же тут, ні хрена себе. А що це таке? Це чорна і красня вийде, як його, блин? Асьотер. Асьотер. Я в шокі, я перший раз так розумію. Хрена себе, так джика, смотри. Так реально асьотер. Да. А вона така, офигеть. Це маленька, чи вона така і є? Да, зараз заїхали на заведення. Як воно називається у нас? Затишок, да, по-моему? Или затишок, или... Короче, заехали с беседки. Вот здесь вот интересно, что в каждой можно беседочке сидеть. Вообще прикольно. А что, нельзя даже безалкогольно, если за рулем? Алкоголь нельзя. Нельзя? Нет. Ни в коем случае. Блин, ты специально так, что я верю всему. Это ты меня приучил до того, что я на это верю. Да, Виталий, она всему верит, так что да, с ней не шути. Буду осторожен. Только пиво. Вот, и посмотри, какие беседочки, блин. Класс, слушай, здесь прикольно, ветер. Ну да. Да? Если бы тут помылая кошка, вообще было бы замечательно, конечно. Если бы помыли, ну да. Ага. А так-то прикольно здесь. Я не знаю. А что ты кепкой какая-то ложись? Где? Кепкой какая-то ложись. Кто забыл? Бери себе. Ника пьет. Вика! А ну переснимай! Я сказал... Ты хотел сказать в... Я сказал Ника. А, Вероника хотел сказать. Вероника, блин, пьет. Я пью пиво, но безалкогольное, ось написано. Чтобы не думала, что я плохая мать. Угу. О, я хочу тут с тобой фоточку. Виталий. Вот здесь? Ну так сделаем по-любому фотографию. Так я хочу, чтобы со спины, ну типа, как мы за ручки держимся. Я хочу себе положить фотку со своим любимым Женей. Сейчас попросим, Виталий тебе сделает, блин, фотографию. Ай, как вкусно. Братан, да? Придется есть шашлык. За счет заведения сказали, угощают шашлыком. Безалкогольно. Кто-то меня разводит. Сказали за счет заведения, серьезно, мы зашли, я офигел. Говорят, вы... Кажут, вы... акция, вы да. Сотый покупатель. Да, типа, это прикинь? Вы видеобэйби, я говорю, да. Говорит, ну ладно, мы тогда вам сейчас пару порций шашлыка. Что-то пахнет тут разводом. Что-то пахнет жареным. Жарит, а? Пофоткаешь? Вас? Давай. А где же там фотография? Ну, здесь, ну, хотя бы на нас. После водички, так понимаю. А ты хочешь сказать, что ты... Что, давай я вас поснимаю. Коляска крутая, бомбовая, и хотел бы просто поблагодарить человека, который продал нам эту коляску, так как коляска не новая, но бэушная, на состояние идеальное, вышел на связь, скидывал ролики, да, Ника, постоянно нам, постоянно, да. Все, каждую деталь нам рассказывал. А чего ты постоянно спасибо все? Спасибо большое Денису, Денис, ты вот такой вот человек, слава Украине, спасибо вот за такой вот идеальный царский корабль, я не знаю, я думаю, это как BMW последней модели среди автомобилей и iPhone так же само, как последний айфончик, наверное, среди айфонов. Ну вот как-то вот я ее ассоциирую. Денис, спасибо тебе, твоей семье, вы реально, ну, классную коляску нам продали, не то что классную, а просто бомбическую, мы без ума, честно, вот. Единственный такой продавец, который... Это называется любовь с первого взгляда. Да. Сердечко, коляска. Днепропетровска пришла. Ух! И она единственная в своем классе. Вот я переписывался, да? Да. Он написал, кстати, продавец Денис. Он написал, что эта коляска единственная в своем классе. И да, мы реально, мы смотрели. Есть такая же похожая, но... Но там или колеса черные или еще сумка внизу черная. Да. А тут она прям полностью все белая. Все белое. Прям как я и Женя хотели. Ну реально, состояние идеальное. Нигде ничего не поцарапано, не порвано, ни пятен. Ну видно, что люди ухаживали, понимаешь? Ну видно, семья такая. Бережно. Семья бережная, да. Семья такая, молодцы. Просто, ну реально, состояние ни к чему. Я не знаю, здесь муха не сидела.